никуда. Каждый должен однажды открыть, что творится за ней, мне неведомо и непонятно. Знаю, что не смогу никого про нее расспросить, потому что никто не приходит оттуда обратно. Говорят, будто там все расписано так, что одни беззаботно живут, а другие все время страдают. Ну, почти как у нас, одинаково тянутся дни. Каждый помнит себя, и друзей, и врагов своих знает. Но послушать других, те считают, что все это вздор. Мол, вливаемся в вечность, а все остальное неважно. И пора завершить тот пустой, затянувшийся спор. И понять, наконец, ничего Бог не делает дважды. Эту дверь в никуда каждый должен однажды открыть, что таится за ней, мне неведомо и непонятно. Просто надо суметь, просто надо успеть всех простить, потому что никто не приходит оттуда обратно. Просто надо суметь, просто надо успеть всех простить, потому что никто не приходит оттуда обратно.